Приднестровье растет число заболевших ковидом. Вирус по-прежнему среди нас и снова наступает. Растет и число сезонных простуд. А еще опасного коклюша. Много болеет детей. Подробности далее. Слободей – инфекционное отделение. Здесь, как и раньше, лечат пациентов с ковидом. Только тут уже не красная зона. Для больных отдельные боксы. Сейчас в слободейском отделении почти 20 человек с температурой, слабостью, насморком. Врачи говорят, в среднем в неделю в слободейском районе 10-20 новых ковид-случаев. А по стране на прошлой неделе больше 250 заболевших. Недели ранее за 200. Ковид растет. Она не стала протекать тяжелее. В основном это легкие и средние формы течения заболеваний. Больше, конечно, возрастных пациентов сейчас. И сопутствующие хронической патологии находится на стационарном лечении. Ребенок один в детском отделении. Инфекционные ковид-отделения есть во всех городах. Часть пациентов лечится на дому. В последние недели растет и число заболевших сезонными вирусами. Только в Слободейском районе сейчас болеют 400 человек, половина – дети. Эпидемиологи говорят, это только начало, пик вирусов впереди. Эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям на сегодняшний день оценивается, конечно, как неустойчиво благополучная. Мы все прекрасно понимаем о том, что мы находимся почти в пике сезона, то есть роста заболеваемости. Обычно он приходится к нам, в принципе, в январе или начало февраля. А еще в Приднестровье все чаще фиксируют опасный коклюш. Много лет этой болезни у нас практически не было, а теперь в день фиксируют до 6 случаев на одном участке. Больше всего заболевших в Тирасполе. Особенно опасен коклюш для детей и для тех, кто не вакцинирован. Коклюш – это тоже острое инфекционное заболевание, которое именно характеризуется длительным приступообразным судорожным спазматическим таким кашлем, который поражает дыхательную, сердечно-сосудистую и нервную систему. Коклюш вызывает много осложнений от глухоты и слепоты до паралича. Чтобы избежать эпидемии коклюша, нужно вакцинироваться. Прививки есть во всех поликлиниках. Одна вакцина сразу от трех болезней – коклюша, дифтерии и столбняка. А еще сейчас самое время вспомнить простые правила – гигиена, дистанция при первых симптомах к врачу. Случаев гриппа в Приднестровье пока не зафиксировано.